and all the gear, and we wait for some time, then we are put on Kamaz trucks, roll trucks, and we're moved to the next city, neighboring city of Makiivka, to the settlement called United, and there is an abandoned orphanage there. And for the during the first day, we were sleeping on concrete floor. There were just walls and nothing other than that. The next day, we were moved to a school located next to it. The school is working as a school. В спортзале, ну, где получалось, там мы и спали, собственно. Затем, ну, мы ничего особо не делали там. Вот, обустраивали свою жизнь, ну, в этой школе, там, матрасы, диваны, ну, чтобы комфортнее, как бы, было там находиться. Вот, и в один из прекрасных дней, вот, нас в 5 утра разбудили, говорят, все, экстренная эвакуация, вот, наше месторасположение обнаружили, вот, и, ну, тревога боевая. Мы идем, вот, вы немножко ошиблись, нам выдали не в поезде оружие, нам выдали в Макеевке, вот, ну, мы, нам выдали автоматы и штык-ножи, все. Ну, у нас ни патронов, ничего не было, просто 4 магазина, автоматы и штык-нож, все. Больше ничего не было, вот, за которые, соответственно, ну, мы должны были нести ответственность как-то, ну, ничего мы не делали такого, ну, вот. Потом мы, получается, нас погрузили в автобусы, и мы поехали в город, ну, на электричку, вот, чтобы нас посадили и привезли в город Иловайск, соответственно, где уже стоял поезд. Вот. Ну, вы понимали, зачем вы туда едете? Нет, мы не понимали. Ну, вообще все думали, мы поедем в Россию на учение. Вот, что, ну, вот на вот это как и будет там проходить курс молодого бойца, вот это, на полигонах, вот, и так далее. Там, ну, никто не знал, куда мы, что, не, нам ничего не говорили. Вот, нас, ну, вот мой взвод, он сформировался только уже на территории Украины. Вот, то есть до этого у меня, я вообще не, ну, не распределенный был. Вот, ну, и мой товарищ сейчас продолжит мою историю. Вот, ну, она как бы у всех одинакова, в принципе. Вот, получается... Сколько, представьтесь, пожалуйста, да, расскажите, Васильченко, сколько вам лет и где вы учитесь? Васильченко Владислав Игоревич, 19 лет, учусь в Донецком национальном техническом университете, второй курс на программиста. Сам я с города Макеевки, это в Донецкой области. Так вот, получается, посадили нас уже в поезд. В поезде мы... Нам только показали, как разбирать и собирать оружие, особо ничего не объясняя. Мы кое-как его разобрали. Большинство оружия были ржавые. Вот, есть пример у одного тоже паренька. Он вытащил пружину, получается, со ствольного короба. Она настолько ржавая была, она просто распалась у него в руках. Такое вооружение выдали. Мы, получается, вот в поезде ехали. Дня два, вот, наконец-то привезли в этот уже спортивный центр. Мы там пробыли от силы один день, хотя вот нам говорили, что нас в Россию увезут на учения, так как у нас полигонов никаких нет, учиться негде, будут вас там учить. Пробыли мы там один день, на следующий день уже опять та же самая история, подъем, и говорят, ну, мы вас увозим. Также пригнали машины, никто не говорил, куда нас увозят, насколько, все как обычно. И вот только по приезду уже в село Веселое в Харьковской области, в Украину, мы понимаем уже, где мы находимся, что повергло в нас в небольшой шок. Да. Не было там связи, только изредка где-то появлялась связь, чтобы как-то связаться с родителями. Родителям тоже рассказали ситуацию. Они, мягко говоря, тоже были в большом шоке. Но все-таки надеялись, что будет все хорошо, что мы вернемся домой. Теперь я продолжу. Сикач Юрий Николаевич, 2002 года рождения. То есть мне сейчас 19 лет. Я студент первого курса Академии управления. Моя будущая специальность – это менеджер и экономист.
Я бы хотел дополнить по поводу снаряжения, того, что вот ремни, допустим, да, они были просто вот с советскими знаменами. Каски, там, грубо говоря, там, вот Второй мировой войны. Мы даже вот когда грузились на поезд, у кого-то была она плохо прикреплена, и она вот просто вот с метрового расстояния падает и раскалывается надвое. То есть, ну, от чего она вообще может защитить, зачем выдавать, ну, настолько вот непотребное, списанное что-то. Поэтому так. А ну, в дальнейшем что происходило? То есть вот мы приехали в Веселое, нас опять же таки поселили в школу. Вот, ну, она не отапливается, ну, там ни света, ни воды. Понятное дело, никто для нас не хотел никакие условия выстраивать. Говорят, вот если что-то хотите, типа, делайте сами. Поэтому мы искали, где можно раздобыть воду, спрашивали у мирных жителей. Они нам подсказали, где есть колодец, мы там хотя бы как-то воду пили. Вот, еда была там два раза в день. Какие-то, ну, как полевая кухня, каши или же супы без мяса. То есть там вот они говорили, что они с тушенкой, да, но по факту этой тушенки вообще не было. Хлеб нам, один, как я понял, один раз привезли, потому что я видел этикетку. Вот хлеб привезли 11 марта и вплоть до 20-го просто вот эти вот, вот этот хлеб с этой маркировкой так и раздавали. То есть он уже черствый, то есть его уже невозможно было есть. Мы там его там, допустим, вот я в чай там макал, чтобы он как-то, ну, там, не знаю, размяк. Вот. Наши задачи были как раз-таки на линии, ну, на выездах из села Веселое вырывать как опорные пункты для блокпостов. Вот. Ну, мы их выкопали, то есть как нам говорили, все как нужно вроде как делали, и следом просто проверяли, нам сказали проверять там выходящие и заезжающие там КАМАЗы, куда они едут, просто записывать и потом это все, ну, информацию передавать. Вот. Ну, если вдруг идет нападение, мы должны были давать сигнальные ракеты. Вот. И вот так вот это все продолжалось, мы постоянно в нарядах, ночами не спим. Куча больных, вот, у нас, получается, во взводе 25 человек, да, а по факту здоровых было, ну, вот так вот, ну, человек вот 15 и то, то есть такие вот кашляющие все, то есть, ну, никакого нормального медицинского обеспечения не было. Вот так вот все продолжалось, ходили в наряды, пока вот снова... Нам не сказали, что вот работает диверсионная группа, и срочно собирайтесь, все снова переезжаем. Вот, так может кто-нибудь продолжит. Хотел бы добавить еще информацию, ну, то, что в этом городе Веселом, ну, в поселке Света вообще от слова совсем не было, ни у мирных жителей, соответственно, ни у нас. И наши мужчины, которые, ну, вот, с Донецка, ну, электрики, они провели в этот город Свет, вот, ну, не только нам, а, соответственно, и мирным гражданам, вот, и мирные граждане, ну, как бы к нам очень хорошо относились, ну, помогали нам, потому что, ну, нам тяжело на самом-то деле было, ну, правда, очень тяжело находиться там было, ну, все самостоятельно делали, вот, помощи никакой не было, сигареты там, соответственно, все, ну, все самостоятельно, вот. И еще хотел бы сказать по поводу опорных пунктов вот этих вот. Мы останавливали не только КАМАЗы, мы всю технику российскую останавливали, проверяли, ну, куда едет, что, ну, и гражданских, соответственно, тоже записывали в тетрадку, куда, зачем, ну, все проверяли там, ну чтобы не было никакого нападения. Вот. Прописки там, вот. Ну, это, да, мы это все делали. Вот. Меня зовут Дедиков Данил Павлович, 10 августа 2000 года я родился, учусь в Донецком национальном техническом университете на стационаре, первый курс магистратуры. Родился в городе Енакиево, там же и проживал. Хотел бы добавить по поводу еще информации по Макеевке. Егор сказал, что нас переселили в старую, ну, в школу, она там хотя бы отапливалась чуть-чуть, было теплее, но нас...
было большое количество людей, поэтому большая часть также продолжала проживать в заброшенном здании. Они там буржуйки себе пообустраивали, ну, какие-то условия создали. Также про питание в Макеевке. Даже в Макеевке нас не кормили дня 2-3 первые, наверное. Выдали потом сухпаёк, один там на человек 8, наверное. И по поводу медикаментов, я лично ходил в амбулаторию. Ну, никто из нас ни разу не стрелял с автомата, никто никого не убивал, не причинял каких-то насильственных действий и мародерских также. Никто из нас ничего, ну, я же повторюсь, не крал и никого не трогал. Мы несли свою службу тем образом, что просто находились на вырытых нами блокпостах и дежурили, все. Дальше нас просто запугивали, что какие-то разведывательные группы находятся рядом, быть в боевой готовности. И так всю ночь, вот, по 24 часа мы вот дежурили. Кто-то... Еще хотелось бы добавить, извиняюсь, по поводу медкомиссии также. Ее никто не проходил, никто не интересовался, какое состояние здоровья у тебя изначально, когда забирали. Так, по слухам, как до нас дошли, уже еще в Макеевке были уже трупы. Так же самое это и меня беспокоило, так как у меня проблемы с сердцем, а медкомиссии никакой не было. Когда я сказал нашим медикам, они сказали, да, ничего страшного, и так можно служить. Меня зовут Яловничий Павел Дмитриевич. Я студент первого курса магистратуры в Академии управления на специальности чуть социолог. В этой школе в Ольховке мы пробыли недолго, буквально, наверное, часа три. И после этого нам сказали, ну, переезжаем там в какой-то дом. Мы же сразу же туда переехали, и возле этого дома был наш как бы опорный пункт. Сказали, надо его, ну, оборонять, ну, будем там обустраивать окопы, копать и так далее. Мы, это уже было 25 февраля, ну, марта. И мы вышли, ну, опять на дежурство, где уже нас и взяли, началась атака, где, ну, нас взяли в плен в этой, ну, в этот день. Здравствуйте, меня зовут Примачук Руслан Игоревич, мне 19 лет, я студент Донецкого политехнического колледжа, учусь я на автомеханика. Хотелось бы добавить по поводу вот медицины, которая у нас была. То есть, ну, как бы были медвзводы, и получается в этих, сколько их было, по-моему, два медвзвода было. И на эти два медвзвода, получается, было по одному медику, такому же студенту. То есть все остальные в медвзводе были каких-то других профессий, не имеющих вообще никакого отношения к медицине. И еще хотелось бы добавить, когда мы ехали в поезде, получается, это мы ехали около 3 суток, в одном купе находилось... 11-12 человек, и выдавался один сухпаёк на сутки на всех, ну, на 12 человек. То есть как бы условия сами понимаете. Так, насчет Ольховки. После того как взводный со школы нас переселил в дом, мы, ну, я и Артем с Юрой отстояли там 12 часов, на, ну, охраняя дом, как нам сказали. Позже, примерно в 7 утра мы вернулись в дом. Ну, начался обстрел через часа пол. И мы спустились в подвал дома. Тоже в подвале провели какое-то время. И... слышно, ну, нас там уже было много человек, все, кто был около дома, тоже спустились в подвал. И
мы слышали, как уже происходит наступление украинских солдат, слышали стрельбу, крики Паши. В общем, мы боялись что-либо делать, просто сидели в подвале и ждали, пока украинские солдаты спустятся вниз. Ну и когда они уже, мы слышали их, мы начали кричать, что мы сдаемся, бросили оружие на пол, и сдались. Все. Я Немчинов Артем Сергеевич, 2001 года рождения, мне 20 лет. Я студент 4 курса, бакалавриат. Учусь в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Проживаю в городе Макеевка. Вот. После того, нам оружие вообще не показывали, как нам им пользоваться. Мы потом приехали в Ольховку, в конце, в самом. Нас поселили же в школу. Там нам дали сухпайок один. Мы таскали там боеприпасы, что-то такое там было. Потом нам пришел, как сказал командир взвода или командир роты, там сказал нам, все, мы переходим в другой дом. Нас отвели туда, сказали, там чей дом депутата был или что-то такое. Потом нам сказали, вот Юра, я и Стас, говорят, вы заступаете в наряд на 12-часовой, с утра вас сменят. Было ночью очень страшно, конечно, когда была бомбардировка, что-то такое было, прилеты, непонятно. Потом мы утром вроде как все потише стало, мы пришли в дом, должны были спать. Ложиться. Вот. Потом началась именно жесткая бомбардировка. Мы все поспускались, нас взводный отвел в подвал. Сказал, сидите здесь. Мы были с оружием все. Потом, как именно началась стрельба, мы все сели в подвале и сидели. Чисто ждали, пока, не знаю, чего ждали. Потом, когда именно уже начали крики, Паши слышно были, мы все оружие побросали, когда уже стрельба, именно уже ворвались к нам туда, в подвал, мы чисто оружие побросали, выбежали и сдались. Здравствуйте, я Клинов Артур Игоревич, 98-го года рождения, студент 2-го курса магистратуры Донбасской национальной академии строительства и архитектуры на механическом факультете. Хотел дополнить по поводу поездки в поезде, что, по слухам, 3 человек мертвых сняли с поезда из нас. То есть они не доехали. Вот, я хотел бы вам рассказать историю. Вот, когда мы были в селе Веселом, я пошел в наряд на сутки. И уже кромешная ночь, глухая тишина, и раздался очень громкий женский крик. Очень-очень громкий. О помощи никто не просил, просто отстань, убери руки. Слышно было. Я хотел пойти помочь, я думаю, у меня оружие, если там кто-то, девушку пытается там изнасиловать или еще что-либо, хотя бы припугнуть, я думаю, можно было бы помочь ей. Мы сообщили в штаб, у нас были такие телефоны, назывались они тапиком, и мы сообщили в штаб, они позвонили командованию нашему, они сказали, что может быть это замануха, так что отставить, если бы мы нарушили приказ, то нам было бы очень плохо, Я помню еще, когда тоже на посту стоял, приехал какой-то россиянин, я не знаю как, кто он, что он. Это может не россиян, предположительно. Мы стояли, кушали, только обед приехал, нам привезли обед, голодные все были. И за то, что мы ели, он, нас наказывает начал, в плане то, что тренировать его. И тогда мы единственный раз и постреляли с автоматов. Больше мы и не стреляли. Вот как раз-таки по поводу этого, то, что нам он сказал стрелять по разрушенному российскому Уралу, он там был в 300 метрах, никого не волновало, что у многих парней были проблемы со зрением, и они говорили, то есть был один парень, он тоже говорил, у меня проблемы со зрением, я не вижу его. Они такие говорят, нас это не волнует, стреляйте,
обзывали нас обезьянами и прочим, били, он, ну вот лично он бил по голове. Те, кто там вот, ну, как-то там говорил, что вот он не видит, не может. Вот. А также хочу отметить, и на самом деле поблагодарить, когда нас брали в плен, рядом со мной разорвалась осколочная граната, и мне, ну, посекло правую ногу. То есть у меня осколок в колене и в стопе. И вот действительно большое спасибо, во-первых, украинской армии, которая очень быстро оказала мне медицинскую помощь. Вот первую медицинскую помощь. Быстро перевязала рану, чтобы она не кровоточила. И в дальнейшем, когда нас привезли уже сюда, меня также в скорейшем времени перевезли на скорой помощи в госпиталь, где оказали полностью квалифицированную помощь, сделали снимок рентгена и, ну, удостоверились, что все со мной будет нормально. Одного парня, допустим, у него с коленом было совсем плохо, ему его тоже, ну, то ли прострелили, то ли осколок тоже попал вот, ну, вот в какое-то нехорошее место. И его, допустим, даже вот оставили на операцию. То есть вот все максимально хорошо в этом плане вот провели. Поэтому большое спасибо и украинской армии, которые помогли, и также медикам. Медикам вот отдельное спасибо, которые вот помогли в трудную минуту. Также хотелось бы сказать спасибо военным Украины за то, что гуманно к нам относятся в плену. У нас кормят, поят, водят в душ мыться. Нас одели, обули, у кого не было. Некоторых в плен взяли без одежды. Спасибо вам большое. Шановні журналісти, я думаю, ви можете поставити свої питання, точніше, задати свої питання в мікрофон, пожалуйста. Добрий день, Юлія Кирієнко, 1+1. Скажіть, будь ласка, хтось із вас або кілька людей можуть відповісти, що ви відчули, коли зрозуміли, куди ви насправді приїхали? Що ви почувствовали? Ви розумієте український? Отлично. Безпомощність. Ну, потому что ничего не, с этим уже не поделаешь. Как бы, ну, назад дороги уже нету, как, ну, некуда не бежать, ничего. Ну, как бы нам и рассказывали много чего нехорошего за Украину, то, что, ну, ну, пойдем, убьют. И, ну, и как бы и назад как бы страшно было идти, ну, вдруг и там убьют. Никто не знал, что с нами будет. Поэтому мы, ну, делали все, что нам говорили, как бы, вот. Вот я хочу сказать о себе, что первое, о чем я подумал, это как раз-таки позвонить матери, хоть как-то ей сказать о том, в какую вообще мясорубку, вообще куда я попал, потому что мы изначально вообще не думали, что мы вот куда-то сюда попадем. А вот, по-моему, забыли упомянуть, что нас, ну, вот принудительно так вот призывали, как раз-таки нас, можно сказать, шантажировали тем, что нас посадят в тюрьму вот, за, ну, вот, за то, что мы там откажемся, за уклонение, если, ну, это по слухам, за уклонение 7 лет и за то, что родители укрывают вот, детей, да, еще 2 года сидеть. И, ну, мы, конечно же, не хотели ломать жизни не себе, мы все-таки думали, ну, просто на учение. Поэтому... Ну от нас так обманули. Добре, я хочу. Хто? Можна факти ICTV, Олег Корнієнко. Дивіться, півгодини брифінгу, я лише чую, як ви скаржитесь про умови перебування. Там десь матраців не було їсти, не було що палити, все інше вас влаштовувало. Навіть тоді, коли, за вашими словами, ви потрапили на Харківщину і виконували всі вказівки, ті, що вам давали рити окопи, тримати оборону, тобто все інше вас влаштовувало. Якби вам дали більше харчів, цигарок, все інше, все от вас нічого більше не лякало, да? Що вам доводиться воювати і реально довелось би, ймовірно, стріляти в українських військових і в людей, які жили на мирній Україні, поки не прийшов окупант. Це раз. І друге, спитаю, ви постійно говорите, українці, а там росіяни, а ви хто? Ну, на перший питання я відповім вам, то, що а у нас виходу ніякого не було.
Ну, мы делали, ну, как, ну, что нам еще делать? Мы дети, по факту. Что нам еще оставалось делать? Как, ну, мы не знаем, что с нами сделают, что с нами будет дальше. Мы, ну, не, мы постоянно в неизвестии были. Нас ничего не оповещали, не рассказывали ничего нам. Ну, что нам осталось делать? Ну, местные жители нас любили. Вот. Ну, они нормально к нам относились. Как бы, ну, почему, за что нам было к ним плохо относиться? Ну, как, если они к нам хорошо, то и мы к ним хорошо. И наоборот же, если мы к ним хорошо, и они к нам хорошо. Вот. Да, также, разумеется, что нам тоже не нравилось копать эти окопы, строить это все, опорные пункты. Но у нас также не было другого выхода, потому что у нас было такое командование, которое могло с нами обойтись достаточно жестоко. Я еще добавлю, мы просто, ну, хотели просто попасть домой. Мы не хотели ни воевать, но когда мы уже поняли, куда мы попали, не хотели ни воевать, ну, ничего делать не хотели. Мы просто хотели приехать домой, к себе, ну, вот, в Донецк, и хотели увидеть родителей, родных, близких, вот, и, ну, я хотел бы сказать, вот, ну, если кто-то из моих, там, друзей, знакомых увидит это, ну, прямую трансляцию, не идите на эту мобилизацию, вот, я хотел бы сказать то, что она, ну, оно того не стоит, вот, окажетесь, либо, как я здесь в плену, либо еще хуже. Вот я могу вам рассказать историю. Вот познакомился я здесь с мальчиком, ну, 24 февраля, зовут его Рома. Вот. Ну, мы с ним учились в одном университете, но на разных факультетах. Вот. Я с ним познакомился, соответственно, на вот этой вот мобилизации. Очень хороший мальчик был, положительный. И мы с ним, ну, как бы сдружились. И когда попали в Ольховку, когда нас уже брали, ну, нас как бы разделили, мы в разных взводах были, вот, в одной роте, но в разных взводах, вот, и нас разделили, он остался, получается, в школе, а нас же переселили в дом вот этот вот, и я не знаю, ну, от чего там, ну, короче, нам сказали, что мы единственные выжившие, и все остальные погибли. Вот. И мне жалко этого мальчика, ну, как бы, ему 19 лет, а он, ну, толком жизни не видел. Ну, как и многие оставшиеся, ну, и мужики, работяги обычно, у которых семьи, дети, вот. И, ну, могу много примеров таких приводить. Кто-то из вас готов на второй вопрос ответить журналиста? Можно повторить тогда второй вопрос? Вы часто говорили, россияне пришли, украинцы. Кто вы? Ну, учитывая, что у меня свидетельство о рождении украинское, да, то, естественно, я буду считать себя, ну, гражданином Украины, так как у меня нет других паспортов. У меня, ну, мне не выдавали ни паспорт ДНР, ни паспорт России, вот, а за паспортом Украины я не ездил, потому что тогда, ну, говорили, что будут проблемы. Поэтому, ну, очевидно, из таких вот... заверенных документов, у меня свидетельство о рождении украинское. Значит, ну, соответственно, я украинец. А все инчи? Все инчи? Кто-то ще може? Ну, я тоже считаю себя украинцем. По крайней мере, русскими мы себя точно не считаем. Поддерживаю. Я уважаю, что я теж украинец. Я родился на территории Украины, у меня только украинский паспорт, я тоже считаю себя гражданином Украины. У меня тоже свидетельство украинское. Это, а когда я был, ну, в 2014 году, мне тогда сказали, что могут быть проблемы с получением паспорта. Я тогда был малой вообще. Олеся Турчин, телеканал «Київ». Продовжуючи тоді свого колегу, якщо ви всі вважаєте себе українцями, то як ви взяли зброю і поїхали в Україну воювати? Тому що, вибачте, але ніхто з нас не вірить, що ви не знали, куди ви їдете. Це перше. Якщо ви і ваші батьки, і мешканці Донецька не хотіли воювати, то що ви зробили для того, аби не воювати? Де протести, де диверсії, де хоч щось? Можна я відповім на цей питання якраз таки? Во-первых, о том, что мы не знали, это действительно правда. Нас вот так вот, ну, это полностью, вот действительно, вот полностью от начала до конца, это правдивая история, что нас изначально вели на сборы, нам сказали, все, вот, ну, действительно, вот трехсуточный паёк, то есть нужно, и гражданские вещи. Кто мог бы подумать, что нас увезут куда-то вот сюда?
А по поводу второй части вопроса. Перша частина була про те, що якщо ви вважаєте себе українцями, то чому ви поїхали воювати по суті проти? Що ви зробили для того, щоб цього не було? Ну, ми конкретно нічого не зробили, тому що ми вже попали сюди, як би. Мы ничего. А вот скажу вам, допустим, матеря, сестры, бабушки, дедушки, которые, возраст не подходит под мобилизацию, они делали митинг по поводу того, чтобы вернуть мужей, сыновей, братьев и так далее, отцов. Вот. И они в каком городе? В Донецке. И в этот момент летела точка У, и я не знаю от кого, неизвестно. И ее сбили. Соответственно, вооруженные силы Донецкой Народной Республики ее сбили. Вот. И осколками убило 23 или 26 человек умерло, и примерно столько же раненых. Вот. И соответственно, я думаю, если после такого побояться люди мітинги делать. Одне уточнення, перепрошую. Якщо можна в мікрофон. I'm the next question, please. Давайте надамо. Прошу. Okay, short question. Коротке питання англійською. Так. Краткий вопрос по-англійськи. Если Путин сейчас вам бы слышал, что бы вы ему сказали Путину? Кто ответит на этот вопрос? Я отвечу. Уважаемый, если можно так сказать, Владимир Владимирович Путин, закончите эту войну. Вы понимаете, что Украина никаких агрессий не приводила. Вы стали агрессором, и вы ввели войска на Украину. Поэтому поскорее закончите эту войну, чтобы перестали быть жертвой мирных людей, также и остального населения, то есть военных, и меньше страдали от этого все остальные. Кто-то еще хочет? Вопрос. Прошу. Правда ли, что вы, молодые люди с оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, вас первыми выставляют против Украины, бросают на украинские позиции для того, чтобы посмотреть, насколько безопасно для реальных российских военных наступать. То есть вас используют как бы как пушечное мясо. Я отвечу на этот вопрос. В районе слухов, как бы мы нам сказали то, что в районе слухов ходило, что мы закреплены за 6-й армией Российской Федерации были. То есть она должна была продвигаться вперед, зачищать, все делать, а мы должны были за ней идти и обустраивать уже очищенную территорию. Это как в районе слухов, это все естественно было. И получается, судя по тому, как в Ольховке оказалось, то, что нам сказали, то, что все, здесь Российская Федерация, то есть уже все захвачено, тут все зачищено. Вот, и они нам сказали, откуда могут наступать, и откуда надо бдить, смотреть, оборонять, как бы. Вот. А оказалось совсем не так. Мы смотрели в одну сторону, а к нам совсем с другой стороны. После того, что вышло, вам не кажется, что все наоборот, и вас отправили вперед, а не за? Да. Да, оно так и кажется. Вот. Я тоже думаю, что нас большей частью отправляют как пушечное мясо, и нам удалось поговорить с российским военным, который тоже оказался в плену. Он рассказывал примерно такие же истории от его руководства, что сами командиры ведут в бой, в мясо своих подчиненных, тем самым сами погибая. И я думаю, да. И можно еще, пожалуйста, дополнить по поводу вот этого вот российского человека, да? Он рассказывал, что когда вот велась какая-то перестрелка, да, вот его командир находился в броне, то есть внутри танка. Он из него даже не выходил. И он через наводчика передавал уже приказы. То есть настолько он боялся, а обычных людей,
обычных солдат, он вот так вот выбрасывал вперед и так вот легко ими распоряжался, находясь сам вот в относительной безопасности. Ваш вопрос. Вопрос для всех из вас. Вы пережили эту войну. Каково ваше будущее? Кто хочет ответить на этот вопрос? Проблема в том, что мы даже не знаем, что нас сейчас ждет в будущем, как оно окажется, поэтому вообще даже не имеем представления, и даже на неделю не можем заглянуть вперед в будущее, что оно да как получится. Поэтому лично я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы надеемся на лучшее, ну, то, что с нами все будет хорошо, вот, и то, что мы вернемся домой живы, здоровы, целости и сохранности, то, что, ну, надеемся, что нам там не угрожает никакой опасности, вот, и, ну, и так далее, тому подобное. Есть ли у вас возможность вернуться домой? Есть ли у вас возможность вернуться домой в Донбасс? Надеемся, что у нас есть такая возможность, мы не знаем. Вот. Мы еще с родителями не связывались, но надеемся, что вооруженные силы Украины нам дадут такую возможность, ну, отзвониться, сказать, что с нами все хорошо. Может быть, они нам как-то помогут и нас заберут домой, ну, в надежде на это, по крайней мере. А как оно что сложится, мы не можем ответить на этот вопрос, никто не знает. Вот. Ваше питание. Перше моє питання. Дивіться, ви кажете, що обстріляли, так? Ви там проти мобілізації виступали, ваші батьки, жінки, там цей. І ви кажете, ми не знаємо, з якого боку це прилетіло. Нічого в голові там у вас не йоке? Знов Бендери обстріляли? Нас уже не було в Донецьку, ми не можемо, ну, або Росія, або Донецьк, хтось, що. У себе в голові нічого не спрацьовує? Ні, не спрацьовує, да? І друге моє питання. Ви кажете, що ми там нічого не могли, нам там було так погано. Але в полон ви здалися лише після того, як наша армія вам наваляла там так, що вам просто, ну, вам нікуди вже було дітися. А чого ж ви раніше цього не зробили, якщо ви всі вважаєте себе українцями? Я отвечу на этот вопрос. Мы просто находились, ну, то есть мы не знали точных границ, где кто находится, даже примерных направлений. Мы изначально считались резервистами, поэтому впереди нас еще находилась там вот российская армия. Поэтому мы до этого вообще не встречались, вот, грубо говоря, лицом к лицу с украинской армией. Вот. А когда появилась такая возможность, мы сдались. Потому что мы не знали вот, даже примерное место дислокации, нам его не указывали. Мне говорили. Даже вот по поводу села Веселое, да, нам говорили, что мы находимся там то ли в 20 километрах от Харькова, хотя, как по итогу получилось, что мы были вообще в 20 километрах, наоборот, от Изюма. То есть вот такой вот огромный разброс был. Ну, поэтому вот так. Еще у меня такое одно питання. А як це називати себе українцями, сидячи тут в цій формі? Мне эту форму здесь выдали, так, ну, у меня, ну, вот такой вот форме мы, как, ну, если можно назвать это, воевали, ну. Еще питання є? Добрий день. Тарас Лазар, телерадіокомпанія «Рай Італія». Ви сказали, один з вас сказав, що вам видавали один сухпайок на 12 людей, інший сказав, що один сухпайок на 8 людей. Кілька днів ви цим харчувалися. Скажіть, будь ласка, як це можливо? При цьому ви сказали, що ви не мародерничали, нічого ні в кого не забирали. Як вам взагалі вистачало енергії? Коли ми стояли на постах, виходить, на блокпостах, і останавливали російську техніку, у нас не було сигарет, і ми у них, виходить, просили. А в цьому селі Веселом, виходить, у людей была местная валюта, также сигареты, так как они тоже хотят курить. И они обменивали на сигареты там, продукты, например, яйца, молоко, творог, там, курицу. И вот так вот мы обменялись, там, что взяли, так вот съели, приготовили. Еще одно питання, будь ласка. З того, як ви говорите, дуже часто помітно використання безособових речень. Ані привезли, ані поселили, ані подали, ані заставили. Хто ані? К
командування. Російське хто? Росіяни? Російська команда. Чи ДНРовці ваші? Чи хто це був? Хто це був? Хто ці всі люди, які вами там як м'ясом командували? Ну, у нас, я знаю, командир батальйону був росіянин. От. А командир, ну, то есть не командир, а куратор командира батальйону був росіянин. І командир полка був росіянин. А всі остальные, виходить, були донецькими. От. Вот как-то так. И там уже сами думайте, кто нами командовал. Вот. И все приказы, я думаю, понятно, кто кому отдавал. Так вы скажите. Ну, получается, российские войска, командование давало приказы донецким, нашим командирам. Є. Знову Олег Курненко, факти ICTV. Я хочу от єдине для себе, да, зрозуміти... От до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я так розумію, вас все влаштовувало в Донецьку, ви ставали на військовий облік, ви не могли подумати, що ви можете опинитися на лінії зіткнення ООС до широкомасштабного. Якщо ви стаєте на облік, ви нічого не боролися ніяк. Правильно? Вас все влаштовувало. І тепер ви стали жертвами, виходить. Кто відповість? Давайте я отвечу. Давайте. Просто в Донецке, да, даже военным, да, можно было, ну, то есть становились только добровольно. Ну вот до этого момента. То есть кто тогда хотел, тот шел там на контракт или что-то подобное. А у нас, у остальных, то есть был шанс на, ну, мирное, ну, жительство. Вот, и что все будет, ну, хорошо, то, что мы будем жить спокойной жизнью, что, возможно, рано или поздно это все закончится, как-то, может быть, договорятся мирным путем или же как-то иначе, вот, поэтому мы, ну, действительно не думали, что нас вот так вот припрягут и отправят как пушечное мясо воевать. На момент оккупации временной Донецка, я понимаю, что каждому из вас было там 10, 11, 12, наверное, лет, правильно? Да. Кто-то из вас помнит жизнь в Украине в тот момент, когда Донецк был цветущим украинским, с территорией, с нашими людьми? Кто-то это помнит, этот период? Да. Или у вас уже не осталось этого в памяти? Да, конечно, помню. Я вот могу рассказать, у меня родители, ну, получается, ФЛП. У них есть частные предприниматели, отец. И мы могли, допустим, себе позволить летом слетать за границу, прилететь, неделю дома посидеть и еще в Крым на море съездить. Мы могли себе позволить. Ну, как бы, ну, мало в чем себе отказывали. Вот, ну, нормально жили. Вот. Да, я, ну, тоже помню. И скучаю там по футбольным матчам, например, потому что, ну, этого больше нет, ну, в Донецке. И когда проходишь мимо Донбасс-арены, и так тоскливо становится, потому что, ну, один из лучших стадионов просто стоит, и на нем ничего не происходит. Я заканчивал школу в маленьком городке, и после 9 классов поехал в Донецк учиться в техникум. И это был 13-й год, до войны. Я видел людей, много машин. В Донецке было красиво. Сейчас стало сильно меньше людей. Просто... А сейчас, после мобилизации, тем более, когда я еще был в Донецке, мобилизацию объявили чуть раньше, 24 февраля. Уже появились группы ВКонтакте, где комендатура стоит, чтобы не выходить на улицу, чтобы не поймали. И людей на улицах практически не было. Там женщины иногда, дети выходили, и все. У вас есть? Олеся Турчин, телеканал «Київ». А ви розумієте, що вас запитували про ваше майбутнє, ви розумієте, що ви нікому зараз не потрібні? Росії точно, ДНР також вас ні на що міняти не буде, тому що, по суті, це неіснуюча країна. От що ви далі, на що ви далі розраховуєте? Тому що, вибачте, але ви там хтось згадував, що ви там маркетолог, менеджер вчиться. Кому ви потрібні з дипломом ДНР, маркетолог і менеджер? І так само зараз ви теж нікому не потрібні. На що ви розраховуєте? Ми не знаємо. Є ще вопроси?
Вопросов нет. Спасибо всем. Напомню, что с вами был медиа-центр Украина. Дорогие журналисты, я попрошу вас всех... Хорошо. И напомню, что в 15:30 у нас будет следующий брифинг с генералом Грузевичем, который нам расскажет о обороне Киева и Киевской области. Спасибо. Оставайтесь с нами.